Йылдыз наслаждается победой над Эндер и в то же время ищет способ, как помириться с Зейнеп. Алихан пытается исправить свои ошибки и встречается лицом к лицу с Халитом. Эндер поняла, как закончится война между Халитом и Алиханом, но она не желает разводиться и поэтому воспользуется подвернувшимся удобным случаем. Йылдыз напоминает Эндер, что они с ней враги, а не партнеры, чтобы та не забывала об этом. А Эндер и не забывала, она вновь находит способ, как шантажировать Йылдыз, угрожая ее отношениям с Халитом.